Случайно не группа «Виртуальная магистраль»? Они самые. Добрый вечер. Меня Дрема зовут. Это я с вами говорил по телефону? Со мной? Ребята, нельзя же так. У нас час до начала, вашу мать. Я же хотел отменять все нахрен. Где вы ездите? В вашем гостеприимном городе много пробок. А позвонить нельзя? Так дела не делаются. Вы понимаете, что вы меня почти подставили? Мы же договорились. Мужчина, к чему столько пыли? Я не вижу позитива в вашей ауре. Мы же здесь. Скажи лучше ребятам, куда аппаратуру сгрузить. Куда-куда, в зал уже скоро начинать. Понял, хлопцы, в зал. Ну что, пойдем к тебе в гнездо. Займемся цифрами. Не. Чё, теперь не... все расчеты после выступления. Что значит теперь? А то, что вы опоздали. Вы необязательные люди. Откуда я знаю, что вы меня не кинете? Блин, ты чудак, а? Как мы тебя кинем, а? Ну, опоздали мы. Ну, извини еще раз. Как мы тебя кинем? Автобус наш уехал, техника внутри. Куда мы денемся? Взлетим? Это развод для детей, а я деловой человек. После работы. Да мне через час эти деньги человеку отдавать. Хорошо. Ты деловой, я деловой. Хочешь, мы за эту же сумму две ночи отработаем? Ровно пятерка, как договаривались. Пересчитай. Доверяю. Сколько у вас песен? Как пойдет. Может, 8, может, меньше. Ладно, я пойду, пацанам помогу. Слушай, позвони, скажи, чтобы нас покормили. И вот еще, кому минусовочку отдать? Это звуковику. Охрана покажет, как пройти. Только не орать. Все понимаем, все догоняем, самим стыдно. Ну, самолет опоздал. Мы мчались как могли. Куда сгружаться? Вы кто? А сам-то как думаешь? Мы что, похожи на хор имени Пятницкого? Группа «Виртуальная магистраль». Вы же уже... Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятного аппетита. А с чего это взял, что я ем? Потому что я знаю один ваш маленький секрет. Вы всегда едите. Надо же. Мы так сегодня игриво настроены. Что случилось? Совершили какое-нибудь дерзкое преступление, отняли у младенца соску? Ну что вы, Виктор. Дети — это святое. Я, собственно, насчет детей и звоню. Ваших? Наших. Наших с вами? Я имею в виду работников агентства НЛС. Ну какие же они дети? Они лошади здоровые. Смотри-ка, вы тоже игриво настроены. Ближе к сути. Я предлагаю встретиться и сесть за стол переговоров.
Что-что? Только без самообольщения. Не забывайте, несмотря на все ваши усилия, вы не причинили мне серьезного вреда, не считая мелких уколов. Ну да вы нас тоже не слишком напрягли. Да ладно. Ну так, разве что самую малость. Вот поэтому я и предлагаю встретиться лично. Обсудим, как жить дальше и кому. Где встречаться будем? Подъезжайте часика через два на пустырь возле Прибалтийской. Подъедет мой человек, он все расскажет. Имейте в виду, если вы в течение недели не разберетесь с этим вопросом, у вас будут крупные неприятности. Это я вам гарантирую. Привет. Крупные неприятности через неделю. Вам понятно? А если ты немедленно не прекратишь отлынивать от работы, у тебя будут мелкие неприятности. Но уже сегодня. Алло! Знаешь что, Дарья? Спокойно. Ничего не говори. Я все знаю, я профессионал. Ты хочешь кофе? Кофе у нас нет. Значит, я пошла за кофе. Стоять! И сахар тоже купи. Угу. Доброе утро, это агентство НЛС? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Меня зовут Артур. Я арт-директор ночного клуба «Зажигалка». Очень приятно, я Лариса, это Михаил. Меня к вам привело такое дело. Кинули меня вчера. Угу. По-моему, не оригинально. Это когда один раз не оригинально, а когда 8 случаев такого кидалова. Хотите, еще расскажу? Приезжает звезда на своем кадиллаке, выходит администратор, встречает ее. Зина, прекрати. Выходи сейчас же. Пошел ты знаешь куда. Ты мой директор, ты был обязан договориться. Я обо всем договорился. Высунься из окошка. Рядом со мной стоит представитель казино. Он гарантирует тебе гонорар. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Я тоже очень рада. Гонорар вперед и никаких вариантов. Или через 5 минут мы закрываем этот вопрос, и я уезжаю. Кстати, ты еще заплатишь мне неустойку. Зин, прекрати психовать! Пошел к черту! Я Зина Пятихатка, а не писулетка какая-нибудь. Вы слышали, да? Она пятихатка, а не писулетка. Звезды! Понты! Что ты сейчас сказал? Уволен, урод. Да на здоровье, истеричка. Так, все, поехали отсюда. Подождите, не уезжайте. Я переговорю с руководством. Может, они смогут с вами рассчитаться до концерта? Попробуйте. Лично мне уже все равно. Разумеется, руководство решает вопрос. Им понятно. Звезды – люди нездоровые. Логики от них ожидать не приходится. Происходит предоплата. Звезда проходит внутрь, спрашивает, где туалет, и благополучно исчезает в неизвестном направлении. Так, а машина? Машина взята на прокат на 1 час. Понятно. А откуда звезда? Тоже в долю? Конечно, нет. Гримируются под узнаваемых звезд, но только в случаях, когда клуб незаурядный и светит серьезные бабки. Дополнительный эффект, так сказать. Кто подумает на такую звезду, что она обманет? Короче, родные, я не сам пришел. Я, так сказать, от имени и по поручению 8 кинутых директоров ночных клубов. Очень просим найти этих пародистов. Здесь предоплата, остальное после. А вы в милицию заявляли? Можно и в милицию. Но подождите, зачем милиция? Никого же еще не убили. Вот. Thank you.
Фу, жрать хочу. Девушка, еды какой-нибудь, будьте добры. Меню посмотрите. Мне не надо меню, мне еды. А что, кто-то умер? Почему? Ну, не знаю. Ты весь в трауре. А, это? Не, никто не умер. Имидж сменил. Я ж теперь плохой парень. Вот пытаюсь соответствовать. Ты неплохой парень. У тебя просто плохо с головой. А так... Стоп. Вот от тебя не ожидал. Сам же говорил мне, что меня недооценивает. И сам что, туда же? Иди ты. Ну ладно, ладно, ну не обижайся. Ну, я пошутил, ну извини. Извини. Нет проблем. И 100 баксов. Точнее, наоборот. 100 баксов и нет проблем. За что? За моральный ущерб. Каждый раз, когда ты будешь обзывать меня дураком, будешь платить мне 100 баксов. Ну, если так, ты скоро станешь очень богатым. И еще 100. Ты плохой парень. И это сразу бросается в глаза. Все это, конечно, любопытно и захватывающе. Но есть дела поважнее, чем музыкальные аферисты. Гудвин хочет встретиться. С кем? С кем? С Карлсоном. Ну, с нами, с кем же еще? Очень интересненько. А с чего это вдруг? Откуда я знаю? Надо через 2. Нет, уже через час. Быть на пустыре возле Прибалтийской. Подъедет его человек, сообщит время и место встречи. Так что все дела по боку. Спасибо. Вообще-то мы уже задаток взяли. Да. Вернете. Бывает. А ничего подобного. Ларис, ты что, пьяная, что ли? Трезвая? Да нет, все понятно. Одно только непонятно. Просто сами? Или вообще-вообще сами? Вообще-вообще? Ну, вообще... А? Сядь, дед. Я и так сижу. Да-да, ляг. Нам это дело поручили вести самим. Как? У них там типа что-то срочное, дела какие-то, а мы чтоб сами. Понятное дело. Меня это ничуть не удивляет. Да ладно. Конечно. Ребята подустали немного. Дело оказалось тяжелее, чем они думали. Вот, они и решили ввести в бой свежие, проверенные силы. Это кого? Нас. С тобой. Дедуля, это ты что ли свежий? Дарья, ты свежая, а я проверенный. А это еще зачем? А вдруг на тебя нахлынут чувства, и ты своим бывшим друзьям все расскажешь? Не доверяешь. Только я все равно не пойду. Что значит не пойду? Ну, очень мне надо с ней встречаться, сам подумай. Все равно, рано или поздно ты с ними встретишься. Так лучше раньше. Лучше позже. Почему? Потому что они меня в Неве утопят. И пусть это произойдет позже. Да кто тебя утопит? Ларек. Это действительно утопит. Миша не позволит. Почему?
Потому что ты парламентер, лицо неприкосновенное, а Михаил – человек чести. Как ты сейчас сказал, кто я? Вот дурень. Ты парламентер, человек, который с белым флагом идет на переговоры, понял? Понял. И стольничек за дурня. Угу. Я вот думаю, а вдруг это все подстава? Мы все тут, а Гудвин у нас в офисе. Того. Что того? Да что угодно. Не беспокойся, я уже приняла все меры. Какие? Дала Дашке самые широкие полномочия по охране офиса, плюс разрешила ей взять человека в помощь. Катю, что ли? Хуже. А я ее ищу. А я тут, а? Да не тебя, сковородку. На столе не сиди, неприлично. Начинается. Ты че это мне? Все, в отца, что ли, пошла? Со стола слезь. Это неприлично, в носу не ковыряй. Откуда? Будешь помирать. Да мне Лариска позвонила. Говорит, приходи, какие-то проблемы у вас тут. Надо посмотреть. Я из-за этого. Только не говори, что ты не рада меня видеть. Не соскучилась по мамке, а? Тимоха, Леня! Ты чего? Как нехорошо получилось. Ну откуда же я знала? Ты вообще живой? Все нормально, мы летчики не такие перегрузки переносили. Ты что, совсем из ума вышел? Нам же еще аферистов ловить. Как же он теперь думать-то будет? Так, все. Еще 5 минут, и я иду домой. Лариса, давай без нервов. Если без нервов, то ставь сигарету фильтра в рот, а не наоборот. Кто-то идет. До этого я знал только одного человека, который мог додуматься идти с таким флагом. А другого и не существует. Раскакивая несколько вопросов, позволь спросить, зачем тебе такой большой флажок? Логика понятна. Чем больше флаг, тем больше неприкосновенность парламентера. Как я сам не догадался. Здрасте. Клебанов, скажи, что это твоя очередная глупая шутка. Скажи, что ты как-то подслушал разговор Гудвина и решил нас просто разыграть, а? Скажи, что это не флаг, а твоя простыня, и ты несешь ее в прачечную. Скажи, что ты придумал новый вид спорта – хождение под парусом, ну? А других вариантов нет? Твою мать. Я ж тебе сейчас убью! Слепла! Стих! Меня нельзя убивать, я парламентарий, лицо неприкосновенное. Если только лицо, по лицу обещаю не бить! Перестань, он прав. Предатель. Дрянь. Тварь. И скотина. Витя, а ты что, в обзывалке не играешь? Что у нас сейчас было? Скотина. А, тебе на. Ай-яй-яй, сынок. Ай-яй-яй. Завтра в 22:00, Московский 12. Да.
Шеф просил передать, чтоб без сюрпризов, без ментов и тому подобного. Уже шеф? С каких пор ты подшефный? Между прочим, для тех, кто забыл, меня уволили. Так что я свободный человек. Что хочу, то и делаю. А, так ты обиделся, миленький. Так это ты нам так решил мстить? Смотри, кому я не мстю? Правильно говорите, мщу. Ну перестань, он свободный человек, как хочет, так и говорит. Вот именно. Короче, завтра в 22:00. Да, Колебанов. Из всех твоих сюрпризов вот этот самый-самый-самый. Поверь, Ларек, самый-самый сюрприз еще впереди. По крайней мере, у тебя. Чтоб ты провалился. Вот точки ночных мероприятий, в которых работали аферисты. Как видно, все они разбросаны по центру города абсолютно бессистемно, на первый взгляд. И на второй тоже. Но на третий можно заметить, что все точки расположены, в принципе, не так уж далеко от вокзала. Отсюда. Смею сделать следующий вывод. Сразу же после операции мошенники покидали город. Кроме 8 пострадавших заведений, в сравнительной близости от вокзала осталось еще несколько клубов. Этот и этот. Предлагаю устроить рейд по данным заведениям и брать гадов с поличным. Я нынче нездоров. Пойду засну. Прощай. Да. До свидания. Ой, Жорка, ты самый лучший. Балуйся. Жорочка, все, я побежала, мне пора. Я же сказал, я тебя одну никуда не пущу. Так, Жор, это условия Гудвина, только мы и больше никого. Все. Да мне плевать на этого Гудвина. Никуда ты одна не поедешь. Мало ли что он удумал, и не спорь. Так, Жор, последний мужчина, который пытался мной командовать, впоследствии об этом очень жалел. Давай не начинать, а? Я командовать тобой? Ну, боже упаси, просто я ставлю тебя перед фактом. Вот это уже другое дело. Только пообещай мне, что ты будешь ждать меня в машине. Пообещай. Как скажешь, ты же командир. Ну и где твой шеф? Скоро будет. Что ж это он так? Время назначил, а сам опаздывает. Нехорошо. А вы куда-то торопитесь? Скажи, сынок. А почему здесь? А что? Ну ведь это не случайно. Чей это кабинет? Мой. Жор. Жор, ты же обещал мне сидеть в машине. Уходи немедленно. Он, детка, не может уйти. Почему это он не может уйти, Вить? Жор, ну ты что, с ума сошел? Уходи. Он же тебе сказал. Это его кабинет. Здравствуйте, Гудвин. Так вот вы, значит, какой. Кто Гудвин? Жора, я... в смысле... Что это значит? Ларек, я же говорил, сюрпризы еще впереди. Ты сейчас думаешь, что я устрою бабскую истерику и начну тебя лупить? Нет? Нормально. Просто теперь ты мой враг. И я тебя уничтожу. Ну вот и отлично. Определенное понимание достигнуто. Thank you.
Наша встреча – это последнее предупреждение. Я даю вам 48 часов на прекращение дел. Либо по истечении этого срока вы подписываете все необходимые бумаги о прекращении своей деятельности, либо... Либо что? Либо все. Какое-то время меня забавляло, Виктор, играть с вами в кошки-мышки. Все-таки адреналин. Но я устал. Вы мне надоели. Ваша работа – это мелкие житейские заморочки. Но по ходу дела вы стали вмешиваться не в свои дела. И создавать проблемы серьезным людям, многие из которых работают на меня. Например, при поимке химика или вот этой подставе с порошком этого кретина Хворина. Лично я потерял... Лучше вам не знать. Родные мои, вас просто не станет. С вами, Виктор, немного сложнее. Вы человек влиятельный. У вас есть репутация. Вот по ней и получите. Поясните. Сенсация. Ряд необъяснимых убийств. Жертв ничего не связывает. Единственное, что их объединяет, это то, что они обращались за помощью к Виктору Брагину. Широко известному посреднику в некоторых кругах. Ну как? Впечатляет? Даже очень. Подведем итог. Либо по истечении 48 часов вы переписываете все необходимые документы на мое имя. На твое? Либо... А зачем тебе агентство, Жора? Незачем. Хочется. Просто приятно. Ну прекрати ты понты кидать, пошли, люди ждут. Ничего, подождут. Я не вижу денег, денег я не вижу. Да будут тебе деньги, я отвечаю. Это мои проблемы. Видал? Да ты ставишь меня в идиотское они положение. Они все-таки повторились. Ничего, постоишь. Так, ты берешь этого парня, а я эту звезду с ушами. Ты уверена? Как в себе. Ну тогда... Вперед. Без резких движений, агентство НЛС, вы имеете право на адвоката, вы имеете право на один телефонный звонок, вы имеете право хранить молчание. Все, что вами будет сказано, будет использовано против вас, понятно? Ну, с правами я все понял. А чего у нас насчет обязанностей? Имейте в виду, мама знает, куда я пошла. Все окружены. Ты думаешь, на нее похожа? Да нифига ты на нее не похожа. И грим у тебя дешевый, и парень бездарный. Дарья! Я его держу! Отпусти! Ты как отпусти там? Руку! Все нормально! Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Извините, пожалуйста. Уходим, дед! Так мне его отпускать, что ли? Отпусти сейчас же! Почему? Отпусти. Они настоящие! Уходим отсюда! Эсмеральдочка, ты в порядке, а? В порядке? Грим бездар! Это
ты мне его накладывай! Уволю! Брагин, ты что, обалдел? Ты что, всерьез решил сдаваться? Я никогда. Я костями лягу, но эту мерзость уничтожу. Понятно? Да, 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 понятно. Ляжешь, ляжешь. Слушай, у тебя пожевать ничего не найдется. Не, ну меня вообще еще так никто никогда. Это что, все? Да-да, все. Ага. Да, ну, на безрыбье и ведро под стаканник. А если ты, детка, волнуешься, что он тебя, как еще никто, да ты не одинока. Он нас всех, как еще никто. Что ты сказал? Вить, это хамство. Да. Это хамство. Но иначе, детка, тебе голову не вернуть. Надо реально смотреть на вещи. Нам нечего ему противопоставить. Я не согласен. Во-первых, мы теперь его знаем в лицо. Нужно немедленно навести справки, кто он, откуда, чем занимается. Связи, друзья, бизнес. Во-вторых, мне не дают покоя одна вещь. Какого черта он до нас докопался, а? Что, потерял деньги на химике и хвори? Чушь. Гудвин появился задолго до этих дел. И начал первый. Мы до этого о нем слыхом не слыхивали. В-третьих, я не хочу закрывать агентство. Дед, ну ошиблась, с кем не бывает. Может, с кем-то и не бывает, а у тебя не бывает по-другому. Да не ной ты, господи! Главное, что сегодня мы причесали почти все намеченные клубы. На завтра остался только один. Только там надо бить наверняка. Это значит, что наверняка будут бить нас. А я кое-что придумала. Заводи, заводи. Абонент не отвечает или находится вне зоны действия сети. Уверен. Ценам бою. А, Жорик, привет. Богатым будешь, не узнал тебя. Я и так не бедный. Ты спишь, что ли? Какой спишь? Я как пчелка с 6 утра. Прыг-скок с цветка на цветок. Все сделал. Ну, почти. Документы в твое пользование на передачу НЛС подготовил. Хорошо. Вот. Справочки все взял. Подожди, здесь шумят. Вот, сейчас стою в очереди к нотариусу. Привет. Ну, здравствуй. Здрасте. Прыг-скок, говоришь. Цветка, говоришь, на цветок. А это у нас, видимо, нотариус. Ну, очередь была длинная, вот пришлось взять нотариуса на дом. Слушай, а как ты меня нашел-то, Жорик? Запомни, я всегда буду знать, где ты, с кем ты и что. И что ты делаешь? Уразумел? Уразумел? Ну-ка, повернись. Зачем? Надо. Надо, надо. Ну? Что я делаю? Бутерброд взял. И рот открыл, как идиот. Ничего себе, а как ты это... Ну? А, ты меня в зеркале видел. Значит так, избавься от нотариуса, и я жду тебя внизу в машине. Пять сек. Жорик? Да. Слушай, мне показалось, или ты меня назвал идиотом? Ага.
Иванович, зэк конкретный. Дарья. А? Может, позвоним Мише? Я тебе позвоню. Слушай, план. С этих фоток мой знакомый напечатает пару плакатов. Еще я договорилась с клубом насчет твоего выступления. Заломила им такую цену. Мама, не горюй. Все. Так что аферисты должны объявиться. А сколько заломила-то? Три тысячи. Рублей. Совсем, что ли? Долларов? Сама-то совсем. Кто же за никому неизвестного старика такие деньги заплатит? Они тоже сначала не хотели. А я сказала, что ты легенда русского шансона Макар Сахатый. Конкретный вор в законе. Уу! Позавчера бежала, они навели справки в милиции, и там все подтвердили. Что ты милишь? Кто мог в милиции такое подтвердить? Шумаров, конечно. Кстати, ты не волнуйся, он там тоже будет. Если тебя повяжут, это будут свои. Но если Шумаров подъедет, то, может, все и обойдется. Стой. Мир в хату, господа хорошие! Здравствуйте! Вы кто? Мы прохожие. Не узнаешь, что ли? Это Макар Сахатый. Ой, и вправду. Простите, не признал. Не я договаривался. Бог простит. Макару бы горло промочить. Не вопрос. Аппаратура хоть нормальная? А то смотри, у нас жанр непростой. Макар, дядя резкий. Аппаратура одна из лучших в городе. И вот еще что. У меня тут еще одно дело есть. В прокуратуре. Я отскочу ненадолго. Рассчитаться бы, понимаешь? Откровенно говоря, это не в наших правилах. Я думаю, что не смогу... А ты еще подумай. Может, сможешь? Вообще-то у меня нет оснований вам не доверять. Вот и пучком. Не пересчитываю. Доверяю. Ценишь? А я бы на твоем месте пересчитала. Мало ли что. Нож на пол! Тяни! Ну, Дарья! Нет слов. Ну вот от тебя, Иваныч, я не ожидала. Конкретный Макар Сахатый. Все под контролем. Сахатый. Стойте! Стойте, вы куда? Народ ждет? Чего народ ждет? Как это чего? Выступление? Ну, бандитов арестовали, это хорошо. А настоящий-то Макар Сахатый где? Девушка, я так понимаю, что вы администрацию ни о чем не предупреждали? Я помню, что-то забыла. Миш, помните, кто-то говорил, что закончил музыкальную школу по классу кларнета? Ну вы давайте быстрее. А то, если все сорвется, я вам такую неустойку засандалю, вам зона медом покажется. Базар, фильтруй, шелупонь. У меня всегда в кармане ножик есть. Это самый лучший документ. Будут уважать человека права, и бандиты самый душный мент, и бандиты самый душный мент. А у меня всегда в кармане ножик есть, он заточен твердою рукой. Будешь ты ко мне с вопросом лишним лезть, сразу станешь ты неживой. Будешь ты ко мне с вопросом лишним лезть, сразу станешь ты неживой.
живой. Мишаня, давай! Всем доброе время суток. Карета подана, прошу. Да нет, спасибо. Мы пешочком. Нам тут недалеко. Да, и куда шествуете? Мы-то к чертовой матери. Она где-то рядом. Как прикажете это понимать? А как хочешь, так и понимай. Вить, правда, не надо. Это же твоя инициатива. Мы не хотели закрывать агентство, ты настоял. Зачем делать вид, что ничего не случилось? Витя, что ты такой веселый? Новую работу нашел. Меня и старая устраивает. А вас разве нет? Издеваешься? Ничуть. Давайте перезагрузим ситуацию. Кто сказал, что нам с ним не справиться? Кто сказал, что нам нужно закрываться? Кто говорил, что нам нужно всем искать новую работу? Я. Миш, я дура или как? Вить, что это значит? Ничего. Да, я действительно все это говорил. Ну? А почему вы думаете, что я это говорил для вас? Я говорил это для Гудвина. Вот это я нашел в квартире детки. А в офисе прослушек еще больше. То же самое у меня. Машину я проверил, там все чисто. Так что теперь мы можем действовать. Понятно? Тогда ты все правильно сказал. Во-первых, мы знаем его в лицо. Надо установить связи. Кто он? Откуда? Друзья. Во-вторых, действительно странно, что он именно до нас докопался. И в-третьих, я тоже не хочу закрывать агентство. Уходим в подполье! Именно! Причем на квартиру где-то. Надо вернуть прослушку на место. Вау! Миха! Миха! Погодите, а вы что, действительно подумали, что Виктор Брагин сдается? Ну да. Да после этого я не то что работать. Видеть вас не могу. Вон отсюда, слюнтяи. Я прошу покинуть территорию автомобиля. Ну ладно, ладно, ладно. Ну, что вы в самом деле? Шуток, что ли, не понимаете? Витя, знаешь что? А? А не пошел бы ты? Ну, детка.